Добрый день, уважаемые подписчики и гости канала. Федерация фигурного катания на коньках России на своем сайте опубликовала предварительный состав участников 5-го заключительного этапа Кубка страны, который пройдет в Москве с 5 по 8 декабря. Очень интересная борьба ожидается в женском катании, безусловно, главными фаворитами будут Камила Валиева, Елизавета Туктамышева и Алена Косторная. Ранее стало известно, что на этапе в российской столице не выступит Евгения Медведева, Дмитрий Алиев, Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов, Тиффани Загорский и Джонатан Гуриера, Александра Степанова и Иван Букин. Также президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков прокомментировал возможность участия в чемпионате России двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой. Что касается отбора на чемпионат России, федерация и исполком постараются сделать все, чтобы поддержать наших спортсменов, сообщил Горшков. Публикуем полный состав участников, расписание турнира и тренировок, чтобы вы ничего не пропустили. Друзья, и конечно же болеем за прекрасный юный бриллиант из Хрустального Камилу Валиеву. Пишите в комментариях, как по вашему мнению распределятся места на пьедестале.